Сегодня в 10 утра кировчане могли услышать звук сирены, сигнал «Внимание всем». В городе прошла внеплановая проверка региональной системы оповещения. Делается это для того, чтобы определить готовность к чрезвычайным ситуациям. Сигнал сопровождался текстовым сообщением из громкоговорителей. Кировчан попросили соблюдать спокойствие и порядок. Оповещение жителей продолжалось около 2 минут. В случае возникновения реальных чрезвычайных ситуаций в голосовом сообщении будут даваться указания к действиям. В Управлении гражданской защиты напоминают, что сирены и сообщения по громкоговорителям оповещают жителей в случаях аварий, катастроф или стихийных бедствий природного, техногенного, экологического характера или массового инфицирования людей, домашних и сельскохозяйственных животных.